мы закончили дела и решили позагорать, хотя вот уже, сейчас покажу, хмурится небо, но зато не жарко и, конечно, потрясающе красиво, невероятно красиво, прекрасный сегодня день. Сейчас покажу. Небо уже тучками начало затягиваться, но еще солнышко пробивается. И над домом тоже уже хмурится. Ну и так, чтобы вы понимали, собаки никуда не делись. Все лежат со мной в ногах, укладываются. Да? Таракашка. Загорать так загорать, говорят они. Мы с тобой. Да, Трикси? Трикс. Ай, моя. Ну, ладно, я тебя люблю. Ну, я тебя люблю. Вот это моя. Ну, ладно, ложись, ложись. Это мой носик челюсть. Носик челюсть, мой сладкий. Ну, ладно, прости, потревожила. Ложись. Ой, как хорошо. Ну, это чудесно, да? Гром гремит. Пока я снимала, небо как изменилось, посмотрите. Вообще не осталось ни солнышка, ничего. Но уходить не хочется, если честно. Просто полежать так комфортно. Такая красота. Вот это, кстати, синяя петуния, невероятно пахнет. У нее не очень красивый габитус куста, но она очень ароматная, поэтому я ее все равно каждый год сажаю. Ну и выселил у нас все-таки дождь. Слышите, гром гремит? Красота, красота. Кайф. Да? Собаки, тут это мы занесли, знаете, что сидушки вот с этих вот диванов, и они теперь вот на пятиэтажных этих сидушках у меня лежат под навесом. Под дождь никто не хочет. Слышите, гром какой? И ливень пошел прям. Ну, не ливень, но такой хороший, добротный дождь. Кайф.